Я позвонил на номер службы спасения 112 и сообщил, что в Сбербанке в городе Тарас заложена бомба. Мой умысел был необоснован, в чем я сильно раскаиваюсь. Я не хотел срывать деятельность банка. Также я прошу извинения у всех сотрудников органов безопасности, которые в тот момент оказывали безопасность. Также у населения прошу прощения за панику, у руководства банка, в чем я сильно раскаиваюсь и говорю, что мой поступок был без умысла. И в дальнейшем я скажу, чтобы мой поступок не повторял никто.